Ольга Валерьевна, добрый день. Какова текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На настоящий момент в Республике, по данным управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 200 новых случаев коронавирусной инфекции. На город Якутск, как на столицу республики, приходится меньше 100 случаев, 90. А основные случаи в районах республики сегодня непосредственно фиксируются в таких районах, как Алданский, Мегино-Кангаласский район, на что непосредственно главой республики обращается внимание главам муниципальных образований Алданского, Мегино-Кангаласского района, особенно в преддверии Нового года, усилить меры непосредственно профилактики санитарно-эпидемиологической характера. Также фиксируется количество случаев от 11 в Мирнинском районе, в Нерюнгринском 9. От 1 до 7 случаев фиксируется в 23 районах республики. Но необходимо обратить внимание на то, что в республике, значит, у нас появляются районы, в которых и не фиксируются новые случаи, но везде непосредственно развернуты как подразделения управлений здравоохранения, учреждений здравоохранения, развернуты койки для оказания медицинской помощи и, соответственно, значит, проводятся соответствующие санитарно-эпидемиологические мероприятия. В преддверии последней декады перед Новым годом сегодня хотелось бы еще раз обратить внимание на базовые позиции указа главы Республики Саха-Якутия, которые сегодня в целях того, чтобы не получить, значит, групп заражения, для того, чтобы не распространять заболевания. Еще раз обращаю ваше внимание на необходимость соблюдения социальной дистанции, масочного режима. В целях того, чтобы можно было в тех же торговых центрах и местах массового скопления соблюдать соответствующие правила со стороны органов государственной власти, устанавливаются соответствующие порядки и правила. Кроме того, указом главы Республики Саха-Якутия рекомендовано торговым предприятиям расширять свою деятельность, в том числе работать и за пределами той деятельности, которая для них является, значит, стандартной. Поэтому на настоящий момент непосредственно, безусловно, все механизмы государственного регулирования задействованы для того, чтобы непосредственно санитарно-эпидемиологическая обстановка была создана в достаточном качестве того, чтобы граждане не заболевали. Лаборатории наши продолжают работать. На настоящий момент в целом лабораториями республики обработано 2140 исследований. Продолжается исследование методом МХ и ИФА. И с начала пандемии в целом по республике обработано 844 227 тестов на новую коронавирусную инфекцию.